познакомились в командировке, в первый день командировки. У меня в этот день был день рождения. Через год мы каждый год ездим, наша компания нас вывозила за границу, в Турцию. Но мы там, опять же, поскольку мы были знакомы, там как-то закрутилось, завертелось. Не запомнилось, я тогда не думала, что мы когда-нибудь поженимся и даже встречаться будем. Вот. А, наверное, потом зацепил красотой своей. Делал предложение я в Турции, опять же, поскольку мы ездили каждый год примерно в одно и то же время, то я подгадал момент. Была луна, шумело море, он меня обнял. И говорю, вот у меня в кармане для тебя есть сюрприз. Я как бы это скрывал, она полезла в карман, почувствовала вот эту коробочку, как бы очень, ну, как бы дрогнул голос. Я почти сразу догадалась, что он хочет сделать мне предложение, но не кололась. Я ждала, когда он сделает. А в этот момент находились ее родители в этом же отеле, ну, они отдыхали параллельно. И мы тут же пошли и сообщили об этом событии. Just a moment. Hurry up, hurry up. There's no more waiting. We're still worth saving. Что говорит, что мы стали старыми бабушкой и дедушкой, что она не хочет, что я умирал первым. Может, конечно, цинично звучит, но она говорит, нет, я хочу уйти первой, чтобы, типа, ни на секунду с тобой не расставаться.